Алексей Навальный легализовал себя как лидер оппозиции, как лидер КС-а, этот капитал просто теперь уже ни у кого не вызывает сомнений. Если раньше какие-то споры в либеральной среде могли быть, кто же у нас главный лидер оппозиции, то сейчас их нету. Сейчас Навальному, я думаю, и КС, и все остальное, в принципе, не нужно. Он стал вот таким вот лидером. А за него, я думаю, голосовали люди не столько за него, сколько против Путина. Даже не против Собянина, а против Путина и «Единой России». Очень многие мои знакомые как бы пошли голосовать, даже не любя Навального, проголосовали, вот мы, говорит, за кого угодно, против Путина. И вот центр против Путина сумел сделать Навальный. Но опять же, конечно, у всех много вопросов, да, как муниципальные депутаты, власть помогла их собрать, как прокуратура обжаловала приговор в ее части. Ну, все эти вопросы много, конечно, задают люди. Но, тем не менее, да, он сумел мобилизоваться и показать, что вот он тот центр, который против власти, и в том числе собрал большое протестное голосование. Среди националистов мы провели опрос, он получил 28%. Это практически полностью совпало с результатом 27 там, с чем-то процентов по общим выборам. То есть националисты ему за него проголосовали как абсолютно средний москвич-избиратель.